Меня буквально сейчас перед заходом сюда к журналисту НТ спросил, вот в этих условиях подготовки к выборам, есть ли какое-то особое условие службы Комитета государственной безопасности и работы сотрудников? Знаю, что ты сказал, что у вас всегда особые условия, и ничего абсолютно вам менять не надо. Да. Вы всегда были, так сказать, настороже, и я вас всегда держал в форме хорошей. Поэтому не думаю, что там что-то менять надо. Вот я и так и сказал, что ничего такого удивительного и такого неожиданного сейчас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит, мы знали об этом, и мы докладывали вам это еще заблаговременно, эту информацию. То есть единственное, там может быть некоторые частности, которые мы сейчас уже подкорректировали, абсолютно в полном объеме владеем этой ситуацией.